eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что-то, друзья, возвращаемся в прямой эфир. Пауза получилась очень непродолжительной. Ребят, я вам сразу скажу, что в Dota TV меня в этой карте слышно не будет, потому что кое-кто игру стартанул без русскоязычных комментаторов, причем, по-моему, весь пятый раунд, если я не ошибаюсь, все ругались. Решили просто не ждать, стартанули, сказали, что мы не нужны. Окей, будем кастить через Dota 2. ТВ, через клиент, собственно, думаю, не страшно. Итак, РРК против Зефир Дота, пятый раунд, напоминаю, что это квалификация СИА на International 4, будем смотреть. Ну и хочется, наверное, сразу же обратить свое внимание на текущую сеточку и посмотреть текущее положение, конечно же, команд. Я вот сейчас вам это постараюсь сделать, постараюсь показать, пока я тут пике. Если получится. Да, получается. Итак, Зефир Дота 1-2. Начало не самое хорошее, однозначно. Три катки было сыграно. Пока держится на топ-7 позиций. Но вообще, конечно, делят они здесь аж с топ-4 по топ-10. Причем, нет, тут Фердипатр явный аутсайдер. Конечно, третье поражение подряд получили. Зефир 1-2, значит. Ну и против них ребята из RRQ. Ну, тоже рядышком находится. 1-2, одинаковый у них стат, собственно. Ну, окей. Битва аутсайдеров. Посмотрим, кто из них, собственно, заработает себе вторую победу. Так. Давайте сразу посмотрим, наверное, статистику, да, чтобы было видно, о ком мы с вами разговариваем. Мы разговариваем с вами о команде РРК, которая имеет 19 официально сыгранных матчей, 26,3% винрейта. 5 матчей всего они выиграли, 14 проиграли, конечно, очень слабые показатели. Но Зефир немножечко получше дела, мы видим. Зефиры у нас 72,1% винрейта. Но по киллам, понятное дело, по всем показателям здесь будет лучше у Зефир, ну, потому что у РРК уж слишком все плохо. Так, давайте поставим пики тогда. Давайте поглядим за этой картой. Итак, у нас Зефир Дот играет за Рейдинг, то ФРК играет за Тайр. Так, секундочку, еще буквально мне надо. Прям долю секунд. Все. Итак, РРК взяли себе Сенки Гай Дарксера, Зефиры забрали себе Дазл в Рейвкинга, в банах у нас Бэтрайдер, Ликантроп и Думин, значит, что Парейшн, Инвокер и Войд, и по одному бану осталось в этой стадии. Пока думает нас товарищ и Секси Бабу, да, конечно же, на капитанском слоте, какого героя нужно убирать, убирают они этим Шадоу Демона, ну и РРК тоже кого-то будут сейчас банить, посмотрим, кто у нас уйдет в небытие. Хочется немножечко, наверное, поговорить о РРК, эти ребята у нас из Индонезии. Вот у них, вот есть такой чувак, который с ником Коала, он, говорят, неплохо отыгрывает на снайпере Draw Raider, что достаточно редкое явление в профессиональной дота-сцене, но говорят, что делает он какие-то чудеса. Ну и товарищ Нафари у них, говорят, играет на Кентавре тоже очень-очень круто. Ну, не знаю, у команды, конечно, очень слабенькие показатели, вот, которые мы смотрели с вами по статистике, но в целом кого-то они же уже победили, значит, выигрывать умеют, а значит, будут показывать хорошую доту. Ну и с эфирами мы сегодня с вами уже знакомились, ребята, которые представляют у нас США, собственно. Ну и их героев мы с вами тоже примерно знаем. Итак, минус Кентавр у нас как раз заезжает от РРК. И вторая стадия пиков. Что есть? Есть Сэнкин в качестве суппорта, есть Дарксир оффлейнер. Ну, много еще кого нужно брать. Опять же, пока все карты свои не раскрывают, ребята, из Индонезии. Ну и вот Коала сейчас будет думать, кого же брать. Ну, вот у команды Зефир тут два суппорта пока есть. Да, ну, я в Рейвкинга пока рассматриваю действительно в качестве суппорта. Не видел я в рамках СИА квалификации, чтобы в рейтинга брали как керри-героя вообще. Даже и, по-моему, на американской квалификации такой тоже не было. Так что будем считать его как суппорт. Суппорт, который очень хорош. Очень жесткий, который имеет весьма неплохие шансы выйти там какой-то лейт.
Висаджи забирают РРК. Давненько не видели этого суппорта. Образует хорошую связочку персонажей вместе с Энкингом, которые, по сути дела, и могут неплохо рамить, гангить и так далее. Так, у нас тут... Здравствуйте. Что вы хотите нам сказать, Андрей? Мы тоже очень любим администраторов, мы вообще этих организаторов обожаем просто. Поэтому сидим и кастим с 10-минутным дилеем через Dota 2 TV. Все отлично. Да это кошмар какой-то. Дела, дела. Так, ну думает нас Секси Бамбун своим третьим пиком. Ну, связку суппортов они уже взяли, основных персонажей осталось набрать. Вот Миран заезжает нас третьим пиком. Неплохо, вот он тот самый Семи Керри. Достаточно распространенный персонаж, который юзается у нас в большинстве случаев в профессиональной дота-сцене. Ну и по одному пику в этой стадии. Ну что, надо бы тоже кого-то керри-героя, наверное, взять. Все-таки нужно контрить всю эту триплу чем-то. Сэнкинг плюс визит, что-то хорошо. Ну и на легкую линию какую-то, я не знаю, пожестче керри-героя взять и фармить. Все будет alright. Давайте я пока у нас идут пики, они не очень-то быстро у нас продвигаются. Наверное, покажу вам какую-нибудь статистику. Например, по Зефиру возьмем товарища Кори. Кори. Это у нас керри-герой. Вот посмотреть хочется его статистику на Миране, да? Раз уж Миран у нас в пике. Вот он. Ну, смотрите. 71,4% винрейт. Это очень даже неплохо. Из 7 матчей сыграно, то есть практически постоянно он побеждает. Ну и видим, делает он 7-4 фрага за игру, мало умирает, в целом достаточно активная пахмата у нас выходит, да? Неплохо, однозначно. Так, у нас там тем временем был пикнут Разор от РРК. Ну, сегодня я видел одного Разора, он, к сожалению, не зашел у нас, я уж не помню, где, какой это был матч, но Разорчик точно был. Окей, увидим его еще разок. По всей видимости, это у нас... ну, вряд ли митер, это, скорее всего, как керри-герой у нас пойдет триплу. Ну и Шторм Спирит. Оу. А тут уже сигнатурочки пошли у нас в ход. Блиц на Шторме. Вот мне сейчас прям очень хочется посмотреть его статистику. Вот. Блиц на Шторме. Вот он, топовый персонаж. 90% винрейта. Вы посмотрите, 10,6 киллов в среднем делает. Смертей 3,3, ассистов 8,4. Он такой жесткий на Шторм Спирит. Я вот помню, наблюдал турнир, по-моему, Винаиджер он назывался, он что ли, где Зефиры участвовали. Но там полный разнос был. Блиц на Шторме, летал, убивал, дайвил. В общем, что только он не вытворял на этом Шторм Спирите. Не сладко, прямо скажем, придется ребятам из РРК в этой карте. Очень-очень не сладко. Последняя стадия банов, видимо, избавляется от оффлейнера Никса, ребята из РРК. И Зефиры, по идее, должны будут банить кого-то митера. Неприятного для Шторм Спирита. Ну что-то, может быть, пак какой-нибудь отправится в небытие от Волдемаур. А, Брюмастер, да, в последнее время сейчас тоже появляется в профессиональной сцене, решили от него избавиться, ну и пусть. Ну, давайте посмотрим тогда что-нибудь еще по ребятам из РРК, да, тоже хочется посмотреть, каких героев они хорошо играют. Вот сейчас это обязательно сделаю вам, вот РРК. Например, по КАА, капитан команды, который, по идее, должен быть керри-героем, если я не ошибаюсь. Да, так и есть, собственно... Ну вот на Разоре я, конечно, не вижу его таких вот показателей, но в целом делает не так уж много киллов, больше умирает, ассистов немного. Ну, в общем, такие себе средненькие показатели, зато вот играет на Сладаре хорошо. Один матч, одна победа, прям 100% ветрей душу греет. Так, ну это Волдваур забирает РРК. Ну вот и персонаж Шмидт, мы о нем, так и говорили еще на стадии банов, говорили о том, что может быть его забанить. Ну, забанили Брюмастера и от Волдвар, поэтому в пиках у ребята из РРК заехал. Ну и ласт пик от Зефир Дота. У Флейнера хочется какого-то взять, но в последнее время Тайтхантер неплохо заезжает. Кентавр в бане, Никс в бане, Бетайдер тоже нету. Ну вот Тайтхантер прям-таки напрашивается этот пик. Или что-то другое, или что-то пожестче возьмем. Что будем брать? Для Секси Бамбу? Ну-ка, давайте посмотрим, у нас Секси Бамбу вообще на ком исполняет. Сейчас я вам открою статистику лучше всех. Во. Nature's Profit, говорят, он хороший. 87,5% винрейта, между прочим. А что бы не взять Nature's Profit? Он в пуле, брать его можно. Никс у нас в бане, его не возьмешь. Мирана, в принципе, уже в пике у Зефир Дота есть. Ну, Бэтрайдера нет. Тарксира, кстати, можно взять.
Undying заезжает пик, да ладно? Я вам покажу, чтобы вы видели. Да, вот он сам Undying, класс пиком в исполнении ребят из Zephyr Dota и Sexy Bamboo на нем будет отыгрывать в качестве оффлейнера. Это очень интересный расклад. Ну, посмотрим. Ну, вы, наверное, знаете, что в последнем апдейте немножечко подняли Андайга. Вроде как он должен был врываться в профессиональную эту сцену, но не так уж и сильно капитаны профессиональных команд решили вот его брать. Не так часто, скажем. И вот сейчас заехал. Поглядим, что из этого получится. Ну что, ребята разбирают себе героев. Должен быть очень интересный матч, я на это надеюсь. Будем ждать. Итак. Ну да, здесь Блиц, конечно же, на Шторм Спирите, иначе никак. Кори играет на Миране, Секси Бамбу на Андайнге, Елсин у нас в качестве первого суппорта на Брэв Кинге, второй суппорт у нас Пудж на Дазлике. У Зефира все предельно ясно. Ну и ребята из RRQ на Файре будут играть на Дарк Сири. Бобо на Висадже. Дон будет играть на Твоту Лауре, Киен играет на Сенкиге, ну и Каала будет играть на Разорчике. Ребята побежали по линиям, ставим Доби Тотнита. И будем смотреть стыкатку. Еще раз напомню, дорогие друзья, что это пятый раунд всей квалификации на International 4. Напомню, что раундов сегодня будет сыграно 7. Так что помимо этого матча еще 2. Как минимум у нас ожидает. Будем, конечно же, мы с вами смотреть. Штрипл отправляется на легкую линию. Ребята из Zephyr Dota. В бит, понятное дело, Storm Spirit. На оффлейне будет стоять Undying. Что у ребят из RRQ? Поставить ли в агрессивную свою триплу? Вы знаете, готовы ставить действительно триплу в агрессивную линию и там воевать. Это очень интересное решение. Сапог, видим, есть у Коала. А это закуп на раннюю доминацию и на активные действия. Ну, на самом деле, есть здесь у кого, кстати, клинком воровать дэмэдж. Вот он, первый претендент. Сейчас бегает и размахивает своим мечом. Это врывкинг, конечно же. У него не самый, скажем, большой мувспид на карте, поэтому Разору будет очень-очень просто. На самом деле, накидывается тиклинка, просто бежать за ним, выжирать дэмэдж и... Ну, добивать крипочков, конечно, получше, чем это будет делать Миран, например. Смотрите, нет. Саплайн, по всей видимости, нас ожидает. Да, все-таки решили по стандартному, по дефолтному расставить свои линии. Ребята из РРК не хотели воевать. Типа против триплы. Так все отправили на сложную, сами триплы пойдут на топ-лейн, просто фармить. Окей, значит, у нас начало игры будет не таким уж активным, как хотелось бы. Но в целом интереснее будет смотреть потом в лейте. Ну что? Да, от Волдвар, потому что он спирит встречается в мите. Ну, Блицу здесь поначалу, конечно, будет не очень весело, постоянно лишает его интеллекта. Смотрите, Зефир, Секси Бамбу. Находит Каалу с дабл дэмэджем, говорит, иди сюда. Сюда, говорит, иди, 2 тычки уже дал. Очень больно, Каала пытается уже вжрать тангуси. Как-то с сапогом, конечно, можно маневрировать, но в целом плюхи увесистые очень получились, Секси Бамбу. Смотрите, они и суппорт на топ-лейн поставили тоже. Все-таки решили триплу против триплы сами, ребята, из Зефир Дота поставить, решили повоевать. Ну, это очень интересно, Корей остается против Нафари, но в целом Корей, конечно же, сможет соло стоять против Тарксира, Миране, в принципе, это несложно сделать. А вот то, что топ-лейн отправили Зефира в агрессивную свою триплу, это очень интересно. Ну, Секси Бамбу, можно сказать, такого 7 керри тогда будет. Суппорт, понятное дело, просто добивает крипочков, Йосин со станчиком пока. Wrong. Ну и смотрим. Бубу. Пока остался один на линии. Тут у нас чем-то занимается Разор. Разор вообще пошел делать пулы. Вот мне тут не очень нравится. То есть, ну, по идее, наоборот должно быть, да? То есть, Висидж занимается нейтралами, а Разор бьет вот этих вот крипов. Ну, так, наверное, все-таки получше будет. Ну, вот Каал, наконец, подходит к этим крипочкам. Добивает их, пытается. Вроде как получается, окей. Ну и смотрите, здесь у нас атака уже пошла. Гиену чуть не зацепили. Порджа потерял смог. Ассоциировать не вышло. Ну, в целом, и движение в мидлей, наверное, тоже будет прервано. Все-таки теперь уже есть от World of Hour информация, и не будет он подставляться под ган. Хотя, вы знаете, особо-то он не стремится под свой тауэр, за это могут его наказать. Вот сейчас он понял. И отошел. Дарксир, ну, кстати, тем временем через Iron Shell, так вот пытается расправляться с нейтралами. Слоу хп он остался. Очень-очень опасно играет, так теперь не в миде. Ну, выбежали суппорты, да, Тон это прекрасно видел, и поэтому не подставился под ган. Оставили Секси Бамбу на топ-лейне в соло. Ну, так, то есть он оффлейнер, ему, по сути, помощь-то не особо нужна. Под своим тауэром, аккуратненько, через Cooling Blade, крипочка добивает.
Все вроде бы становится неплохо. Так, ну что? Смотрим, смотрим дальше. Так, суппорты, кстати, у нас будут заходить в спину на Блиц Дота. И интересная вылазка от РРК. А что помог от Волдувар? То есть с Астралом начинать намного приятнее, конечно же. Почему, почему? Ну, потому что Блиц Дота по Тауэр стал, да, то есть он уже не хочет выходить. Он тоже получил информацию о том, что суппорты пропали с Вижена, поэтому нет смысла выпендриваться и выходить далеко из-под своего Тауэра. Вот он. Позицию, такой кружочек занять. Почему рисовать не могу? Хочу рисовать. А, я что-то комментирую. Я понял, все, не получится у меня рисовать. Блиц Дота вышел, так, получает он все-таки Астрал. Дождался у нас Гиена, пытается найти Барастрак первого уровня, надо бы подкопать. Подкапывает Блиц Дота хорошо, прям краешком. Висидж. Грейв Чилл на развороте, Электрик Сворд, испытался немножко по домашней Кигане, получился, и Фёрст ланца команды РРК. Дождались, ребята, из Индонезии, собственно, шоппоты. Хорошая вылазка, и забрали Фёрст Блад. Карен пытается по центауром стоять, купил себе Ринков Базилиус, мы видим пока КС у него. 64, кстати, топовый на карте, так что Карен молодец, потеет, старается, получается. Секси Бамбо, Куилинг Бейт, Сапок, левел 4, есть также Томба, Стол Рип, есть также Дикей. Ну все хорошо, это оффлейнер, то есть, в принципе, Тарсир тоже самое, 13 на 1 КС, я думаю, оффлейнер чувствует себя весьма неплохо. Блиц возвращается после фрага, там Фызы уже нарисовали всю Разору, левел 4, смотрите, прогоняется Секси Бамбу, кстати, Клинку уже накидывает, очень агрессивно играет. Ну, в принципе, Секси Бамбу. Если уж совсем туго будет, может крипочков и через Дикей подфармливать. При должном контроле, конечно. ОД. Сапог ботал, левел 5. Астрал максит, мы видим. Спрятал, пассивочка пока не очень работает. Гиена будет подкапывать, Блица. Подкопал. Бьет с руки, но Блиц на развороте чуть-чуть дамочку дает. Электрик Вортекс, да ладно, Гиена, может отдаст, а там взлетает стан. Как же хорошо, Гиена через Сэндшторм и выйдет этот стан. Красавчик, последнюю секунду прям не растерялся, все четко сделал. И спасай себе жизнь. Это расклады. Ркью такие, ребята, смотрите. Не подставляются под такие ганги вообще. С реакцией тоже все хорошо, прям молодцы. Хорошо играет. Пятая минута встречи ставит на стамбу тем временем Секси Бамбу. Отгоняет от своей тамбы противника. Коал еще проседает. Да ладно, Секси Бамбу пошел вообще в атаку. Ну, был бы немножечко побольше маны, он бы, наверное, пошел до конца с этим разором. Он, может быть, его даже убил. Но маны не было. 810 монет, кстати, купит себе Аркин Буцы, и там уже проблем с маной вообще никаких не будет. Можно будет и... Одному против двоих там неплохо стоять. Получает, правда, Грейв Чилл, сейчас очень неприятно. Суасам же есть, да ладно! Не зарядил достаточно. Хорошо Визард свой Суасамшин и выдавать его, понятное дело, не дал. А фрага бы по-любому не было. И ману тратить не стал, все правильно сделал. Корея на сирене покупает себе сапог, то есть еще монет сверху. Будет ли его фармить себе Мидас, пока непонятно. Но топовый КС, в принципе, позволяет ему это делать. Ранний Мидас это хорошо для семи-керьера. Ясин фармит нейтралов. Пока станчик на один прокачал. Плюсики вкачал также. То есть вот такого вот он будет суппорт играть. Плюсик стан. Ну, все равно, конечно, ауру придется на один раз качать. Поможет тиммейтам, заметьте. В остальном, конечно, все окей. Блиц Дота. 0 талисман ботл. Есть ТПшечка. Ну, по КСу, понятное дело, проигрывает. Он Волдувар, причем очень сильно. То есть здесь без шансов. Вот на стадии драфта еще возникал такой вопрос, да, кто контрит Шторм Спирит, то вот от Волдувар неплохо, кстати, задача справляется. Это было очевидно. Ну, Зефир от Волдувара отдали, поэтому у Блиц Дота начало игры пока не идет. Но в целом уже Булатник он себе нахоботил. Так, драка за руну. Ой-ой-ой, на Фариста пришел. Зря Электрик Форс получает также стан. Может, стан немножечко рановато. Закинул на Исцесин, можно было подождать. Так, тут до конца идет Блиц Дот. Еще эту тычку нужно дать. От Волдувара спрятал. Как же сейвит РРК своих тиммейтов сейчас. Качественный мув, ну и... Вы знаете, все-таки немножечко ошибочки у Зефира здесь были, да? То есть, может, было по таймингу, да? Сперва Блиц мог Электрик Вортек закончиться, а потом уже давать стан от Рефинга. А в итоге они все в один момент слили, и того самой последней тычки не хватило. Прежнему 0-1, но используя РРК, 7-я минута встречи у нас пошла. Чили подходит к концу. Прессер появляется у Разора, ну, стандартный драма Фэджон, Секси Бамбу, 825 монет. Левел 6, кстати, там был Макси 3 уровня, она есть Solo Rip на 2, есть Decay на 1. Gloss of Hest приобретает себе Дон, кстати, у Дона топ-2 КС на карте, в принципе, тоже может позволить себе купить Мидас. Ну, Корея 1800. Дарксерчик у нас купил себе Баклер, пока без сапога бегает, ну, в принципе, без надобности у него есть Серж.
Серджо всегда можно будет уйти. Добро, Кигала, вот третий, видим, стан прокачивает, конечно же, максит его, ну и плюсик на один прежнему у него висит. Блиц возвращается в мид, по-прежнему без сапога, но вот сейчас что-то крипа добьет. Но Тон и новое мнение, постоянно скидывает в астрал, говорит, не нафармишь ты ничего, ни черта, ну вот денег теперь хватает. Опа, опа, у Сексибабу могут быть большие проблемы, с Фатиглик накидывается, Визаж, есть замедление, плазмафилд, очень больно, Сексибабу пытался подхилиться и... Тычка, да ладно, спрятал в лисового Мирана, стоит тамба, там терень Тарсира убили, кстати, неплохо просились ребята из РРК, если был бы еще один сверху Дикей, можно было даже убивать, но побоялся идти Сексибабу. Но снизу каким-то образом все-таки удалось Тарсира поймать. Ну, там, видимо, какой-то читерский эро залетел. Ну и Рукинг своим станом тоже помог. Азиатин сравнивает счет, ребята, из Зефирдота. И продолжаем смотреть 9-ю минуту встречи. Ну, наконец, сапог летит на 9-й минуте. Здесь у нас Штурм Спириту. Левел 7 есть. Аркин Буцы появляются у нас тем временем Секси Бамбу. 29 на 5 КС, левел 7. Топ-4 на карте он по КС удержится. По нетворсу индивидуальному держится тоже на топ-4 позиции. В целом, свои люди отстоял он неплохо. Тут даже получше, чем Дарксир. А если мы сравниваем митеров, видим, что World War 3300, Storm Spirit, всего лишь топ-6 на карте. 1900, конечно, проигрывает достаточно. 10-й минутик. Можно сказать, что много. Йосин тем временем. Под смоком, готов нападать от World War. От World War чует опасность и отходит. Да, у Кореи появляется тем временем Мидас. В принципе, самый Мидас появится также и у Дона со временем. Если сейчас он не умрет. Здесь, смотрите, Син Кинг пытается выформить себе даггер. Видит его здесь Блицдота. Ставит первый ремнант. Левел пятый, Син Кинг. Третий Бороу Страйк. Выкопаться и бежать, казалось бы. Но там стоит Иосин, он катрит. Потягивается у нас сюда еще и Висседж. Здесь будет интересная схватка. Подходит тут Волдевауэр, ловит стан. И вот, смотрите, подкопали Шторм Спирита и Саласам что-то разорвали. Долго ждал, конечно, находился на халявный фраг на Шторм Спирит. Думал, что он здесь бесконечно будет ставить ремнант и потом, в конце концов, что Сенкик у нас умрет, но РРК, конечно же, сейвит. Сейвит уже неоднократно своих тиммейтов, и в результате получаем второй фраг для РРК. 2-1. Ну, знаете, такое себе начало игры, то есть я бы не сказал, что сверх какая-то активность присутствует, очень вяленько, скажем, команда передвигается по карте, какие-то просто на ошибках ловят и все на этом. Пока больше ничего и не было интересного. Так, теперь у нас у Дарксира прицеп появляется на хадресочку, Баклер уже имеется, остался на фармить прицеп на Миканзм. Сексимамбо не покидает топ-линию. По нулям прежнему стат. Ну и вот на прошествии 10 минут, наверное, стоит посмотреть на графики, оценить преимущество одной или другой команды. Составляет оно преимущество, это 1500 в пользу РРК. По XP впереди тоже на 1500. Но в целом неплохо. Начальный задел уже есть. ПТ-шечка нарисовал себе рано, что очень интересно. Так, и в спину будет заходить Тарсира, по-моему, загулял здесь на фаре. Дает сюрш, ловит стан. Корей выдает эрл, точно в крипа, лол. Ставится стенка, стенка не очень удачная. Ты пал от моментали, а сбить-то нечем. Ай-яй-яй, Корей. Ваши эрл, сударь. Весьма не очень, пока. Ну, там, конечно, крип помешал. Неожиданно он так вот появился и засейвил своим телом своего флейнера. Но получилось классно, классно получилось, конечно, все для Тарсира. Его на этот раз простили. И моментально после ТП-шечки с базы возвращается он на оффлейн позицию. 12-я минута встречи пошла тем временем. На топе сгущаются тучи. Здесь у нас потянули суппорты к Разору. Разор, да и сам. В целом неплохо стоит на линии. Фызы есть Брейзер Роба в маге. Будет делать Драму Фэнджанс. Левел 8. Прокачанный плазмафилд. На 2, кстати, крик есть пассивочка на 2 также. Ультимейт пока не качает. Ну и по нетфорсу он топ-3. Роба что распилит левел 8 тоже. Вот, да, и медасируют. Ну, пока прежнему впереди планеты всей на скоре. Купил себе уже кольцо после ПТ. Ну, шмотки у него появляются, даже несмотря на то, что он не делает фраги. Он просто хорошо фармит, хорошо каезит и хорошо юзает медас. Больше пока от него ничего не требуется. Ну, не знаю, дорогие друзья. То есть, вот я пытаюсь оценить как-то объективно пики обеих команд. В Разор, Ротвол, Дваур это хорошо, но мне почему-то кажется, что этот Undying и в Рифкинг свое веское слово скажет.
То есть, ну, то понятно, да, то есть, что он спирит рывается, там, Мирана, как Сими Керин, оформляет себе какие-то шмотки, выдает прокасты и, ну, пытается бить с руки также. Но вот Undying за месяц 5 на 5 плюс Рейвкинг, они такое будут вытворять. Бешеное замедление, во-первых, во-вторых, фиг их убьешь. Что одного, что второго. Одного есть перерождение, у второго просто ставится стамбай, он себя соло-рипа подхиливает. Плюс еще ко всему будет, я думаю, выфармливаться в танк. Секси-бамба вот уже есть намеки на Миканзом. Ну, даже пайпа просто какая-то, то есть, ну, такие артефакты, бэйкбейл. Сложновато их будет пробить. Так что... Так что не знаю, будем смотреть за реализацию этого пика, но в целом мне пик пока у Зефир нравится побольше. От Волдвара фармит мид, есть у него Bottle, Сапог, Magic Wand, есть также Head of Midas, левел 11, второй уже Eclipse. Кори. 740 монет. И все настолько спокойно в этой карте. Ну, вы понимаете, да, что мое слово спокойно, это завуалированное уныло. Вот, смотрите, под инвизом атака на Куалу ставится абсолютно все. Там Бакуал из Пэйна дело никуда не уйдет. Огерклам перед смертью покупайте, если Драмбо Пэйн Джонс есть. Ну, в целом, шмот денег особо не потерял. Так, слушай, Дарксир еще убили. Корей переговорил. Вместе с Блинстота. Так, ну и под смоком ответ атака от РРК. Пробежались вдвоем. Ну, Сэнкинг, в принципе, с даггером, конечно, эпицентр есть из Барро Страйк, и вот сейчас он этот эпицентр кастовывает, летает Корея, Корея не успел сделать слепаут, прокаст, птички садятся, и это фраг, даже соло сам, что был лишним от товарища Бубу. Ну и 3-3. Сравняли счет особой команды, Дазл Миди, смотрите, раз опять сплитстота, и устраивают эту Квабангу, убивают еще и ОД. 4-3 в пользу ребят из Зефир Дота. Так, в мид нас оттянулся, это Визидж. Рывки, в принципе, можете пойти и дать стан, просто нужно выйти, дать стан, просто выйти, дай стан. Нет, не дал просто. Не смог выйти, и стан тоже не дал, не получилось ничего этого в Рейвкинга. Ну, главное не расстраиваться, в следующий раз получится, он сейчас убегает на топ-лейн, и будет там уже помогать Секси Бамбу. Вот он появляется, собственно, с Миканцем уже у товарища Секси Бамбу. У него Дотворс тут на карте по-прежнему топ-4. Висишь все время забрал Тауэр. Видите, кстати, за счет своих фамильяров тоже неплохо. Ну а там, что у нас как-то с Миканцем? У Дарксира пока не очень. Или очень. Нет, Курьер уже летит с Миканцем. Хорошо. Миканц будет у той другой команды, все замечательно. Кори теперь не покупает себе персференс. Ну и Сэнкик. О, пошел он дайк на топе. Боже, что происходит? Почему они этого разора постоянно так убивают? Тауэр найдется нас снизу. Мирана пытается взять Дарксира. Топ-лейдинг на все время тоже. Тауэр падает. Собирают его ребята из Зефир. Пока счет у нас 5-3. Разменивается по товарам. Ну и по товарам 2-1, кстати, в пользу ребята из RRQ. Хочется посмотреть нас за прошедшие 16 минут, что прошло по графикам, что случилось с экономикой. Рост был от RRQ, сейчас они потеряли разорочка, немножечко отдали преимущество. В целом 2000 пока ведут, по XP в нулях, кстати. Так, ну вот Корея снизу будут зажимать. Пытаются, наверное, гангнуть как-то. Гиена здесь будет врываться с даггера и бро страйком. Нет, врывается, успевает этот раз Корея сделать липаут и уходит. Иосин. Сапог Белт. Есть тоже перерождение. В принципе, становится полезным он в этой карте. Обливион Стаф у нас у Блицдота. То есть Мамбо Миканц. Есть Аркин Буцы. Есть у него уже Клоака. Так, ну и 17-я минута встречи пошла. Ну и в меди попытка будет атаковать Секси Бамбу или нет? Ну, да, конечно же, моментально он кидает свой дикей, то есть выжирает силушку у противника. Заходит у нас Йоасин, будет давать стан или нет? Не стал давать стан. Команде RRQ пытаются ли они в миде сейчас атаковать. Ну, в целом, тут три героя команды Зефир есть. Есть кого бить, но, правда, они очень плотные. Задача подхиливает Пурдж. Пытка снести Тайди Тауэр по миду. Правда, без Кори. Кори у нас пытается дофармить на Миране снизу. Так, ну и заход Рошана ставит стамба. Пытается снести Тауэр. Кстати, это будет второй Тауэр копилку, ребята, из Эфир. Блиц. Ставит Ренант и дает Вижн. Так, фамильяр у нас тут залетают. Забрать бы их. Моментально падают. Йосин проседает под Тауэром. Секси Бамбу получает нас Астрал.
Виталий подкинул, конечно же, чтобы разобраться с фамильярами, было бы, конечно, очень круто. Так, Тирень ворвался, Гиена по того достался, к себе Бабу включает ультимейт. Инвиз от Мираны, есть просветочка, снова спрятали. И замедляет Саксибамбу, эпицентр заезжает, Гиена очень больно, Саксибамбу проседает очень сильно, Миканзом все проездит, Саксибамбу пытается жить. Подкопали еще сверху, еще убивает Рэвкинга, видит, срывает его перерождение. Будут дальше бить. И тут говорят, у меня с микрофоном какие-то траблы были. Ребят, я не знаю. Вроде все окей. Немножечко сейчас я поменял положение. Надеюсь, все теперь будет хорошо. Ну что, 19-я минута встречи Тирене пошла. Неплохой замес от РКЮ. На равных сражаются Зефир Дота. Пока 19-я минута встречи. Пытается, конечно же, наскоре выформить себе какой-то ультимейт торп и в целом вывести Ликенсферу. Ну, поздновато, на самом деле, на нее появится. Тем временем Куал уже есть Сэндж. Покупает себе Бент левел 11-й. Сэнкинг с даггером Аркин Буцы, да, ну вот, неплохие врывы на самом деле были от Сэнкинга. Врывается хорошо, дает хорошие эпицентры к месту всегда и замес принимает активную часть. А форста в терене есть у нас у Иксвана, 1100 сверху. И на фаре терене уже нафармил себе на Миканзе у него уже был давно. Ну и под смоком атака в исполнении Зефирдота. Побежали они кого-то искать в лесу, кстати, в лесу там есть цели. Например, Куалу очень хочет забрать. Близ. Будет врываться. Видит на противника. Хорошо, есть Electric Vortex. Сейчас пробивает с руки. Саксибабу тоже подходит, ставит тамба. Подкапывает одного Гиена. Ставит в Рэвкинга, залетает Куалу. Куалу пытается жить. Есть Микан. Ставится стенка. Стяжка по всем. А Дартира хорошо. Но Разор уже отъехал. Творд Вал ультанул. Минус Дазл. На развороте. Убивает Дартира моментально. Подкапывает у нас двоих. На этот раз Гиена. Ясин тоже будет умирать. Кит у него перерождение. Отправляется Таверу. Саксибабу один против всех. Его прячет у нас здесь в астрал, Эру залетает на очень хороший от пираны, и Саксибабу будет умирать. Трипл килл by X1. Да, ну там, конечно, хороший у нас эклипс зашел от Волдваура. Ну и потом, конечно, своими арканармами он просто не простил оппонента. Ну вот он фрифарм, вот он мидас, вот он форстаф, очень быстрый ультимейт арбец. В целом, конечно, все понятно. Ну и зефиры вроде бы здорово начали. Там, начали за здравие, закончили за упокой. Нарвались просто на стенку эту и не ожидали, что так очень хорошо ворвется у нас от Волдваура. Ну что, 21-я минута встречи пошла. У Кореи, даже если появится Ликенсфера, она будет у него очень-очень поздним артефактом. Ну, с учетом Мидаса, конечно, не так-то и поздно, но собираются с Мидасом обычно побыстрее. Учитывая тот факт, что он все-таки через ПТ пошел, он через ФЗ, соответственно, тычка уже не такая и хорошая получается. Так. Давайте посмотрим за 21-ю минуту встречи, что изменилось на этой карте. 2000 в плюсе по-прежнему ведут РРК, даже немножечко улучшили свои показатели в плане экономики. Ну и по XP тоже есть небольшой скачок в им пользу. Так, от Волдваур продолжает фармить. У Виса же, кстати, появляется после хедрески сразу поинт-бустер. Ну, то есть, да, Дарксир же взял на себя задачу купить себе Казу, поэтому нет смысла буст собирать второй. А значит, есть деньги. Вот он эти деньги инвестирует в поинт-бустер. Дальше будет делать, конечно же, Агани. Ну и пытаются зефиры снести тавера. Ну, кстати, они уже два тавера спушили. В целом им тоже два тавера спушили, поэтому будет третий сейчас в плюсе у ребят у зефирдота. Ставит ремнанты у нас блиц. Купился, кстати, два обливион стафа, будет делать и окет. Окет остался чуть-чуть. Так, фиф, идут дальше. Ежели пытается еще раз подраться от Волдваура, астрала пока нет. Не, точнее, нет его санитик слипса. Без него воевать сложно. Так, залетает Эрок никуда. Стан. Поймал на фаре на ровном месте. Очень-очень больно на фаре. Ладно, залетает. Блиц по металлю у минусу. Кит от Волдваура. Успел спрятать в астрал. Так, с эпицентра. Гиена вошел в коре. Моментально ставится Шеллоу Грейв. Липаут говорит, это будет жить. На самом деле, плазма фит залетает. Минусует двоих моментально. Ребята из РКЮ. Дарксир, правда, тоже отдался. Пытался у нас блиц дота. Тоже поймал последнюю плюшку в исполнении Дона. Дабл килл от Волдваура. Погоня идет дальше. Ой, ну так порой страйк сказал. Давал там. Никуда и... Вышел за Низапурш, получается, разострал, тоже будет умирать. Это будет минус 3, минус 4, точнее, в исполнении РНК. Чувак, остался только Кори. И ничего не получается у Зефира. Они снова фидят этого от Волдваура, который получает уже третий, от... второй, точнее, трипл килл. Очень много денег и близко к тому, чтобы купить себе очень быстрый Сафа Файс. Да.
Зефиром, конечно, объясняют, что в этой карте они были полностью неправы, когда оставили от Волдевауэра в соло в миде против Шторм Спирит, и когда он там нафармился очень быстро медас и шмотки в целом тоже. Заходит на Рошана, а Егис, по идее, должен забирать опять же тот самый дон. Раз уж игра прет, нужно доминировать и дальше. Продаст ботл. И поднимает Аегис. И готов уже сам попасть. Очень быстро. Правда, хп, конечно, не очень много. Но в целом до него в замесе добраться не могут. Убить его тоже очень сразу тоже не могут. Поэтому он стоит спокойно. Кидает атаки на арбы. Выдает свой ультимейт. И убивает абсолютно всех. Так, драка за иллюзии. Поднимает дон. Ну, в целом, если бы сейчас он просто кинул хексу, он Дайка бы убил. За один хекс. Потому что там 1000 хп. Там ничего не сделать. Так, Кори. Если кинсфера, в принципе, надо как сперва ее сбить, а потом уже пытаться убивать. Кори, что будет? Зетлинку сбили. Астралом, да, и хикса, и просто минус. Ну, какой-то просто уже развал кабины идет от этого дона. От Волдуаруса вообще никого прощать не будет. Такой жесткий. Посмотрите, он отвор стоповый на карте. 12 тысяч по деньгам он ведет. Мне это интересно посмотреть, всегда ли он такой тащун. Я сейчас попытаюсь найти статистику какую-то. Пока ребята на топе у нас собираются. Ну-ка. Тут у меня только два, и Бримастер, и Дум. Герои, в общем-то, не особо показательно, но вот видим, что на Твалдвауру у него тоже получается играть. Весьма неплохо. Разорчик у нас 24-й минут встречи. Покупает себе, видим, Сэнджин Яши. Есть у меня Драма Феджинс, левел 13-й. Видите, пока подфармивает. Рядом стоит у нас, видим, Сэнкек, левел 12-й. Тоже есть у него Даггер данный давно. И покупает себе, видим, какие-то намеки на форстаф. Dire's bottom tower hopes for aid. Radiant's top tower is under attack. Так, не спрятался от Волдевауэра. К нему подтягиваются тиммейты. Кстати, под смоком. И можно опять внезапно напасть на Саксибамбу. Его просто разорвать. 1000 хп всего лишь на Саксибамбу. Моментально, конечно же, его хексует. От Волдевауэра. Какие плюки под аркейн арбами. Барон Страйк успевает вовремя накинуть Шерлоу Грей. Приходит сюда Йоасин. Стан дает моментально в Сэнкинга. Поставили стенку. Умер уже у нас Рейв Кинг. Дал бешеное замедление. Умирает на Зандайнг. Есть Миканс, живут еще ребята из РКЮ и гонят дальше противника. Посмотрите, что ими утворяют. Гиена оборвался эпицентра. Боже, это минус 3. И гонят дальше уже по 2-3 ТВ-рами. Минус 4. Остался же только Корей. В очередной раз просто уничтожают своего оппонента ребята из РКЮ. Что они вытворяют? Команда, на которую вообще никто не ставил. Этих индонезийцев, наверное, никто не знал этих квалификаций. Но такое вытворяет своим оппонентам. Это, ну, что-то невероятное. Этот от Волдемар просто тащит. Хотя он сейчас поймал. Ну, добить просто нечем. Тиммейты Корея сидят в таверне, ничего сделать не могут. И на 26 минуте заходит на ХГ. Юстагли фортификейшн. Я думаю, в целом Тауэр-то успеет забрать. Вряд ли бараки, конечно. Хотя без плеца, без штурмспирита инициировать нечем, врываться тоже. А, то есть вот так вот. То есть из Мабу еще раз встрял. Секси Мабу сегодня просто поражает своей игрой на эндэнке. Фит на фите. Так, еще там ее Асина зацепили, получает он Шеллоу Грейв. Соло Асамшн очень больно, 300 дамэджа он влетел. Ну, Шеллоу Грейв, кстати, смотрите, вешается на Йоасину еще, а Астрал кидает он просел, ну, теряет только разве что. Аегис, Блиц влетает, Саласам же тоже поймал, да ладно, лоу хп возвращается на базу. А Волдемаур здоровенький, целенький, доживает. Ну и да, сносит на 3 тауэр, бараки тоже будут падать, фамильярчики, все это дело нагрызает. Милишный барак. Ну, в целом, пока противники находятся в таверне, можно и бить милишный. Подкопали, видим Блица, нужно дать какой-то хекс, есть хекс, аркейн арбы, тоже минус. Ну и спрятали на всякий случай еще и Корея. Падает страна, ну и не знаю, Зефиров насилуют прямо на их базе уже несколько минут. И в такой доминации, конечно, можно писать просто ГКВП и настраиваться уже на следующую карту, потому что этой, ну, просто ничего не сделать. 28 минут встречи. За один заход убивали неоднократно противников, снесли сторону, и вы смотрите на этот скачок. Вы посмотрите просто, сколько фрагов сделали ребята из РРК. Это с 2000 плюс 14, 12 тысяч заходов сделали. Невероятно, по XP плюс 15. Ну, много шмоток, конечно же, себе должны вывозить. Сэнкинг 1300 сверху получил, там что-то курьер к нему летит. Так, готовый форстав. Там тем временем от Волдвауэр нафармил на Boots of Trail, сколько я понимаю. И 2700, кстати, сверху имеет. Ну и у Виста же появляется 3 фамильяра. Ну, главное сейчас, конечно же, не начинать выпендриваться, вот так вот не бегать по одному, не подставляться под врывы от противника. Аккуратненько собраться вместе и завершить начатое. А, ну тут вот от Волдевауэра Секси Мабу. Ну, это старая песня, на самом деле. На новый лад. Пытается от Мирана спрятать его в инвиз.
Ну, тут на самом деле гема нету от Волдемаура. Желательно, чтобы подошел какой-то суппорт с гемом. Но таких у нас, видим, у РРК нету. Зато есть Йосин, который в инвизе тоже идет. А инвиз сейчас закончится. А инвиз закончился. Его подкопали. Йосина нет перерождения. На самом деле можно его убивать. Блин, кто-то дал. Окей, ты, поэтому ничего не получится сделать. От тем заходит еще и Дарксир. Йосин, как же больно. Под 200 дэмэджа вылетает с одного Аркейна арба. Чистого урона. Ну, это два тавра, спокойно. Там тем временем у нас Сексимабу не знает, чем ему заниматься. Пошел спуливать на себя крепочка, вот так вот не давать пушить просто противнику. Такой он жесткий, сейчас исполняет роль Нечис Профита просто какого-то. Или роль Наги, когда там иллюзия отправляет за спину противника, не дает пушить. Ну, в принципе, с этой пачкой крипов будут справляться ребята из РРК. Три фамильяра есть, все готово для того, чтобы ворваться на чужой хайграунд. Глифа здесь тоже нету. Заход. Ультимейт от Разорчика, кстати, с Аганимом. Ну, залетает неплохие аэро в Бубу. Но без продолжения. Стан. Йосин, наверное, пожалел, что он сейчас кинул стан. Он чуть не отъехал за этого. Блиц врывается за спину. Кого он врывается? Сенкинга. Получает сразу хекс. И Дон на развороте. Блиц. Разговор с ним короткий. Даже ультанул, не пощадил. Минус один. И стянули всех абсолютно под стенку. Что творит Дарксир? От Волдвара одного спрятал. Была бы сейчас ульта, было бы, конечно, покрасивее. У меня что-то зависло. Нет, продолжаем смотреть дальше. Секси Бамбу. Большой такой, бегает. Кала пытается его пробить. На развороте может и встрять тут же. А то бы много-много всяких зомбиков вышло, да, ну и приговорили развора. В итоге 2-2 размен получился. Так, смотрите, гигиена, випицет в чужом... На чужой базе кастует, еще и форстафом пытается уйти. Какой-то трэш просто происходит на карте. ОД пошел. У меня, кстати, есть перерождение, что интересно, это у суппорта. Казалось бы, замес в самом разгаре, у него еще перерождение осталось. Есть виф. От Волдуара решил просто добро поздоровье его спрятать, сейчас будет изничтожать. Форстаф, и решил, что лучше сперва убить, но это правильно, на самом деле, там Шелу Грейв. А теперь можно ее Осина, качественно. Разобрали, хороший контроль, потом перерождение. Хорошо себя спрятал, конечно. Жутко играют ребята из РРК. Такая помощь, такая хелпа. Барон Страйк прям под фонтаном. И давай, ну туда его прям. Ну тут блиц. Отреспавнился. Уничтожает одного Бубу. Подхватил в электрофорнекс. Тоже будет уничтожать на минус 2. От Волдвар долго не думает. Давай, байбек. Возвращаемся, сносим в соло-бараке. Там, кстати, на топе уже крипы. Платные подошли к 4 тавру и будут его уничтожать. Нет. РРК решил, что как-то не по шансу пока. Ну, на самом деле, зефиров изначально просто уничтожали, поэтому у них левла не особо большие. Вы посмотрите, на этого пуджа левел 8-го, и время респауна очень маленькое. Поэтому вот, чтобы снести сторону, нужно просто без конца убивать вот этих вот суппортов, изничтожать. На это тратится очень много ресурсов, и в целом не получается так сразу взять и спушить лейн. Ну что, там Драшан, кстати, совсем немножечко осталось. БКБ появляется у Блица. Ну, это единственный, по-моему, игрок у Зефир Дота, который у нас играет еще более-менее адекватно. Потому что у остальных, ну, полная беда. Вы посмотрите, Фрифкинг 1.6, 1.5 пурш. Ну, окей, это суппорты. А вот что насчет Секси Бамбу, который был оффлейнером? 3.6.4, левел 14. Не такой игры мы от него ожидали. Не такой. Так, ну и у меня снова какие-то проблемы. Так. Так, о, хорошо, разлагало. Ну что, финальный заход попытаются зайти ребята из РРК. Тут на самом деле уже глиф откатился. В принципе, 5 разжив у Зефир Дота. Нужно бы отпушить топ-лейн, чтобы можно было спокойно подраться на своей же базе. Инвиз от Мираны есть. Кори будет выдавать эрол на ход. Ну, Дон его, конечно же, поймал. Вратарь знатный. Есть у него, кстати, БКБ. Пытается с него ворваться. Блиц Дота ворвался. Пытается стянуть и убить. Моментально убивает его. Там же нет байбека. Ну, Дарксир стянул. Под стенку всех ставится тамба. Под пайпой неплохо живут ребята из Зефир Дота. Секси Бамбу гонит Гиену. Гиена. Что это жить? Гиена, живи, живи. Выкапывается Бару Страйк. Текстуры. Блиц Дота его находит. На минус 2. И камбэк устраивают ребята из Зефир. Фамильяров гоним. Деньги. Это же 100 монет. Ну, база горит, Т4 тавер падает, надо дефать. Не, это вот неприятно. Вот по такие лещи вставать от Волдуару вообще ни в коем случае не рекомендуется. Он просто сейчас подставил свою команду. Тот игрок, на которого играли практически все РРК, выдавали фармить ему там очень быстрый Саф оф Вайс и прочие шмотки. Посмотрите, его Форс. Первый умирает за месси, и все, команда сразу теряется и падает. Ну, опять же, пока текущее положение позволяет РРК вот такой ерундой заниматься и отдаваться. То есть у них 15 тысяч преимуществ прежнему сохранилось. В XP там около 10 тысяч. Но 1-2 раза максимум. Потом уже ребята из Зефир начнут собирать себе шмотки. Определенные трудности могут возникнуть. Тоже Карей нам намекает на то, что он готов выдавать свой ДПС. Купил себе дезолятор.
Секси Бамбу Мега Пайпа. Левел 15. Ну и где же Блицдота? Блицдота у нас покупает себе Point Booster. Ну вот, первые намеки на Bloodstone. Ну, Калос в последнее время ничего себе не собирает. 4-14 он бегает. 4-4-14. Вот так вот. Саша, Яша, гони. Ну, хочется какой-то БКБшки, наверное, тоже собрать. Ну, чтобы просто не дохнуть. Висадж. Прежним с Аганимом бегает. Ну и дождались следующего Рошана. Это второй по счету. Надо забирать Аегис. И подерутся ли на нем Зефиры? Ну, вот сейчас, конечно, если убить противника на Рошане, забрать Аегис, можно будет уже констатировать факт в том, что ребята из Зефирдота сделали камбэк. Если подерутся, опять же. Но они будут драться. Это же агрессивный Зефирдота. Смог прожимаем и поехали. РРК не торопится заходить на Рошана. Ждут противника. Они не видят, где он находится. И должны примерно подозревать о том, что возможно какие-то вылазки, возможно какие-то атаки. Фамильяры пытаются давать вижн. Инвест Мираны. Второй слой сумрака. Заходят ребята из Зефирдота. Видят здесь у нас... Дефари всех видит, Секси Бамбу на развороте, ульта, ну хорошо, Толдумар, БКП, стенка, стяжка всех, боже, они просто ждали, блин, Дота 1 пытается драться, без шансов, это уже минус 3, ну и Кари пытается жить, догоняет его, здесь Дон под форстафом, это минус 5, но тут, конечно, РРК просто дождались, ну и прям как будто в лапы, в логово к зверю пришли ребята из Зефир, ну и подарили им победу, наверное, действительно победу, там, может, смотрите, что делают крипы, 4 даура они сажали, падает у нас Рошан, там будет Аегис, ну, наверное, даже ребята из РРК могли наплевать на этого Рошана, просто пойти на чужую базу, зайти, вплоть до 4 даура, снести трон, все, больше ничего не требовалось. Но они решили сыграть поаккуратнее, забрать спокойно Аегис. По-моему, только один Рихтон шарит, что нужно делать. Не, не шарит, он пошел за Аегис. Ну, окей, тогда будет еще одна драка. То есть сейчас РРК подарили еще один шанс ребятам из Зефир. Ну, такой мини-шансик я бы назвал, потому что... Ну, вы видели, да, что произошло с Зефирами в предыдущем замесе? Такое, наверное, стоит показывать только 18+. Но это на ваших экранах. Итак, Т2 Tower падает без сопротивления, но и будет заходить на КГ. И снова лаги. Снова те самые лаги. Тут такие террорки. Да посмотрите, они просто не собираются заканчивать эту карту. У них есть Шивус Гуард на Дарксире. Замечательно, Вейл оф Дискард есть у Гиены на Сенкиге. У Разора, кстати. Что? Персеверенс, облиц... А, я понял. Это же Аганим и Рефреш. Это же два ультимейта. Что может быть круче в замесе? Навешал себе ультимейтов, пошел в атаку, и все умирает вокруг. Ну, как в сказке прям. Окей, пусть будет так. Ну, я думаю, что... Просто он попросил своих ребят, ребят, давайте я соберу себе рефрешер, вот я заюзаю его, чтобы красиво было, и мы закончим эту карту. Ну и пацаны сказали, окей, пока все под нашим контролем, можем себе такое позволить. Ну, действительно, смотрите, по деньгам уже больше 20 преимущества, порядка 25 тысяч, по XP там уже 22 тысячи. И такое, конечно же, уже не отыгрывается. О, да, Мистикса все покупает. Интеллекта там почти 200. Ну, соответственно, 2600 монопола, конечно. 9% с этих 2600 он дамажит. Ну, практически берем для округления 10-ю часть. Это 262 дэмэджа. Нормально. Такие норма. Чистого урона. Нет, ну это круто, действительно. И, ну, тут в интеллекте, конечно, разница тоже ультимейт будет изучать как надо. Ну что, заход на ХГ. По нижнему лейну. Есть глифортификейшн. Снова Дон поймал тот самый Эрл. Ставится там ба, пытается убить он. Тут сиреневый. Опять же, стенка хорошая по троим. Стянул здесь Дарксир. Чуть было не убили в рейфкинга. Ну и Разор, смотрите, с двумя ультами что делает. Он просто противники падают. Секси Мабу пытается хилиться, как фамильяры его пробивают. Никто пока еще не умер, но сейчас эпицентр зашел РРК. Хорошо, ультанул сейчас от Волдмауэр, это минус 2. Секси Мабу умирает тоже, это минус 3. Корей пытается жить, Корея будут ловить. Спрятали пока в астрал.
Сейчас будет кикса, киксуют они, видим, здесь блиц Тодда. Такие плюхи вылетают, мы видим, минус 4, трипл килл, ультра килл, бай Тодд заслужил, выиграл, победил, молодец, красавчик, закругляемся. Итак, ребята, у нас подходит к концу пятый матч. Это пятый раунд, напоминаю, все квалификации к International. У нас будет раунд под номером 6, буквально через короткую паузу, так что далеко не разбегайтесь. С вами сегодня Адекват, да и, конечно же, весь KissHub, который для вас комментирует. Так что мультитвич юзайте, ребят, смотрите наши трансляции. И надолго мы с вами не прощаемся.